спросишь, как ты там сегодня? Я на дискотеке, ты прости. Как-то так случилось, так уж получилось, на дискотеку нам не по пути. Может передумать и скорее решиться, и куда-то все-таки уйти. Сегодня как-то размышляю, может мне решиться и пойти. Что-то я давно подруг не замечаю, может, там смогу я их найти. Может передумать и скорее решиться, или скорее бегом на дискотеку. На дискотеке я, на дискотеке, наверное, встречу я. Чуть-чуть, наверное, веселей. На дискотеке, я на дискотеке, наверное, встречу я друзей. Вот, наконец, и я решился, и вот стою я у дверей. Только вот охранник меня-то не пускает, говорит, что никого тут нет. Как же никого тут, я не понимаю, может, это вовсе не ответ. Но этот охранник опять же повторяет, дискотеки лишь по вечерам. На дискотеке, я на дискотеке, наверное, встречу я друзей. И там не так, как в библиотеке, чуть-чуть, наверное, веселее. На дискотеке, я на дискотеке, наверно, встречу я друзей. Вот, наконец, я решился, и вот стою я у дверей. Ах так, музыка, так вот и значит, как она на самом интересном месте. Свободу Юрию Деточкину! На дискотеке, я на дискотеке, наверное, встречу я друзей. И там не так, как в библиотеке, чуть-чуть, наверное, веселей. На дискотеке, я на дискотеке, наверное, встречу я друзей. Вот, наконец, и я. И вот стою я у дверей.